Привет всем. Вон супер Лада ремонтируется немножечко. Ну как ремонтируется? Перегрев, радиатор течет и так далее. Сразу решил я прочистить. Сейчас получается слили тосол. Я не знаю, как тут передать, не передать. Ну короче, там слоя золота, как он Дмитрий говорит. Да, и вот еще вот вода. Это воду мы, получается, уже еще раз просто промыли. А, собственно, будем промывать-то вот этой вот штукой. Полная очистка системы охлаждения двухэтапная. На дистиллированной воде, по идеалу, вот тут вот написано, надо делать. Но мы будем делать по бюджету на обычной воде. А потом прогоним дистиллированной водой. И что получается? И уже будем заливать антифриз. Вот такая вот песня. Сейчас вот будем заливать, прогонять. Потом буду показывать, что будет вылетать. Пока как бы более-менее такая чистая вода, но с очень большими грязюками там снизу. И самый еще прикол, вот ту болт, получается, с блока я выкрутил. Ждал, думаю, когда же потечет. А там, короче, было все забито говном. Вот такая вот песня. Вот такая вот машинка. Чутенькая. Так, все получается, на первой ступени работает. Пока прогреваем до рабочей температуры. Сейчас все подпрочистится, подсетывается. Но уже вот вода даже в бачке такая желтоватая. Потом буду сливать, видео запишем. Ну вот что, на первой стадии фигачим. Темпер чуть больше 90. Термостат только открылся. Это может быть датчик лялякает. Но смысл-то в другом. Печка ебашит. Ну прямо это вообще я не могу передать. Там пальцы просто аж отгорают нахуй. Особенно когда газанешь. Прямо чувствуется, жар невыносимый идет. Вот так вот и должна работать печка. Сейчас будет все чики-пуки. Так, ну и что получается? Начали сливать. Вот там вот такая пенка. Я не знаю, наверное, видно, что такая золотистого цвета жижа выливается. То есть как бы очистка все равно была. Потом посмотрим, что там по остаткам будет. Так, что это первая ходка с пенкой? Но это еще не с блока, это с радиатора. Сейчас посмотрим, что там вообще будет, не будет. Ну, изначально немного. Прозрачная жидкость была. Но. Ну, короче, тут чисто песка-то прямо нету такого. То есть, как бы так, грязюка. Но вот то, что вообще мы выгнали со всей машины, это ужас. Но это еще не с блока. Сейчас вот с блока солью, там, наверное, жопа будет. Давай, попробуй. Так, что? Вот это с блока вылили. Тут уже поинтереснее, позеленее пошла. И вот там сажа видна. Ну, с радиатора уже все повылилось. А вот в блоке-то говна-то очень много. Ну вот, уже вот там видно, сколько песка. Золотишко вот, можно заложить. А? Мы вообще вот это вот все отмоем. Я же даже не выливаем до конца-то за Дима. Угу. Оставляем, чтобы пригодилось-то. Сливаем сейчас второй раз, ну, после второй очистки. Но я не знаю, видно, не видно. Наверное, видно, пар идет. Вот сейчас прямо коричневый цвет. Вот прямо как чай, походу, идет заварной. Походу, здесь была горчица. И, кстати, оттаяли дырки, отверстия. И сейчас вот потом посмотрим. Но цвет офигетительный. Давай. Сейчас сливаем, что второе, это с радиатора. Вот цвет, я думаю, видно какой офигительный. Сейчас вот даже очень сильно цветно стало. Относительно даже первой прочистки. Печка греет ураган. Но осадка, ну он такой. То есть не крупный осадок, а какой-то мелкий. Сейчас с блока посмотрим. Сейчас с блока сольем и посмотрим, что.
Так, все слили с блока. Тут еще красивее. Уже чай такой с оттенками зеленого чая, черного. Ну, короче, фруктовый чай. Заварить бы, а, такой. Попробую. Че он как получится. О, ну здесь вот тоже немного. А, ну вот хлопья-то какие есть. Вот. О, тут вон даже это. Ну такие. Как камни, блядь, какие-то нахуй. Правда, как золотари, блин. Но, добыли, добыли, да. Сейчас еще водой прольем, потом дистиллировкой. Уж дистиллировкой обязательно надо. И уже будем заливать антифриз.